Алиса Мон стала очередной героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Однако участие певицы в передаче обернулось для нее скандалом. От интервью у Алисы остались только негативные воспоминания, а матери артистки не здоровилась после того, как громкое интервью вышло на экраны. Не сбежала Алиса из ссоры с собственным сыном, который, по ее словам, выплеснул дома эмоции из-за откровений матери о нем. «Маме было очень плохо, а что сын у меня вытворял? У нас такой скандал был дома. Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии. Я пока шла домой, думала, господи, как же мне сейчас с ним быть? Он же у меня темпераментный пацан. Все время говорит, я зашифрованный, я рэпер. Мне нельзя выносить все на публику», — рассказала Алиса Мон. По ее словам, юноша сорвал злость на двери, сильно ударив по ней кулаком. Придя домой, Алиса обнаружила на полу сломанную рейку. Она даже предложила сыну съехать от нее, но до этого не дошло, семья помирилась.